Всем привет! Сегодня буду готовить птичье молоко, торт. Самый обычный бисквит. 4 яйца и стакан сахара. Но я беру нестандартный стакан сахара, чуть-чуть меньше. Взбиваю все в крепкую пену. Раньше говорили, надо взбивать 20 минут. Или чтобы объем увеличился в 3 раза. Миксер оставляет такие рисунки на бисквите, ну и увеличилось оно в 3 раза, побелело тесто. Все. Сегодня у меня экстра, в пятерочке экстра, 90 с чем-то рублей. Первый раз я пробую селянку. Нужно стакан муки. Вот этими венчиками аккуратненько. Делаю это аккуратно, медленно, чтобы бисквит при замешивании не опал. Духовку включила на 180 градусов, и она уже разогрелась. Объем теста рассчитан на 28 сантиметров форму для бисквита. У меня таких не оказалось, поэтому у меня будет 2 бисквита. Один 24, другой 22. Вот такое тесто у меня получилось по густоте. Комков нету. Все можно перекладывать в смазанную форму и выпекать. Смазываю форму маслом и выливаю сюда свое тесто. Отправляю в духовку выпекаться. Делаю крем. Бисквит мой испекся. Крем, значит, по рецепту нужно стакан сахара. Но я не хочу сладкий сахар, я не хочу сладкий крем, поэтому будет полстакана сахара, столовая ложка муки. Перемешиваю муку с сахаром, сюда отправляю 10 желтков. И стакан молока. Стакан. 220 миллилитров. Все это перемешиваю венчиком. Плоский венчик, он идеален для заварного крема. Ставлю эту смесь на огонь и помешивая, довожу до кипения. Заварной крем всегда надо помешивать для того, чтобы он не пригорел. Но вот именно такой плоский венчик идеально подходит для этого. Он не создает нигде никакого пригара. Все время все сдирается. Вот можно минут 5 мешать этот крем, он будет казаться, ну, все жидкий и жидкий. А потом какой-то вот в одну секунду становится густой и моментально заваривается. Как появляются первые вот такие пузырьки, плюхи, все, выключаю и снимаю с огня. Но крем этот всегда помешиваю для того, чтобы он не обветрился. Даже когда он остывает, я его периодически прихожу, помешиваю. Так получается идеальный заварной крем. Все, крем загустел, снимаю с огня, ставлю на досточку и периодически прихожу и помешиваю, чтобы он не обветрился сверху. Многие прикрывают пленкой, но мне не нравится прикрывать пленкой горячий крем. Лучше помешивать, как старые добрые времена. Все, даю крему остынуть. Ванилин мой любимый. Ну, тот, который для меня пахнет ванилином. Так, по рецепту в этот крем нужно 300 грамм масла. Но я сделаю по-другому. Я положу 100 грамм сливочного масла и 300 грамм Филадельфии. Она солененькая. Она сделает легче крем. И получится вкуснее за счет вот этой соли. Все это взбиваю. Кекс, что мне с ним делать надо? Убрать вот эту верхнюю прижаренную часть. Как раз вот обрезалась эта прижаренная часть. Она мне не нужна.
Так, делю на две части бисквит. Бисквит нарезала, нарезала. Теперь вторая часть крема. 150 грамм воды. 40 грамм желатина. Еще не стала конструкцию, чтобы были высокие борта. Из фольги делаю бисквит вот такой, кладу вниз, готовлю, чтобы края были высокие, выровняю их, все, основа готова, отставляю в сторону. Для этого торта нужны очень высокие борта. Я беру обычную фольгу, складываю пополам, чтобы она была более плотная, и сооружаю, увеличиваю по высоте борта форму, прокладываю фольгой, хорошо приминаю, и на дно кладу бисквит жареной стороной вниз, чтобы сверху лежала беленькая сторона, без корочки. Все. Моя форма готова к заливанию. Вот в этом рецепте основы должны уже стоять и быть готовы. Потому что крем, желатин, все это делается быстро. Так, желатин у меня уже разбух. Нагреваю его. 10 белков моих. Яйца должны быть абсолютно свежими. И стакан сахара. И холодный. И щепотка соли, чтобы лучше взбивались. Все, взбиваю. А, кстати, я взяла половина пудры стакана, половина сахара. Пудру я сделала из тростникового сахара, чтобы такой карамельный. Чуть-чуть лимонного сока. Чуть-чуть. Взбиваю белки. Самое интересное, взбивая белки, я совершила все ошибки, какие только можно. Во-первых, надо сахар добавлять потихонечку. Сначала взбить с солью, а потом потихонечку по одной ложке добавлять в процессе взбивания сахар. Взбивать надо на средней скорости и взбивать лучше в маленькой емкости, в узкой, чтобы лопасти не гуляли вот так по большой поверхности. У меня все три ошибки здесь совершены, но я уже пуганная. Я знаю, как исправить свои ошибки. Я, конечно, не взбилась так до острых пиков. У меня мягкие пики. Вот они чуть-чуть заворачиваются, но все равно стоит белок. Развела, нагрела до 60 градусов. И теперь тонкой струйкой вливаю в свои белки. Тоненькой струечкой. Средняя скорость. И не сразу все, а потихонечку. Все. Теперь два крема соединяю. Соединяю крем теперь вручную. Теперь вот это все надо делать быстро. Формы у меня подготовлены. Крем смешиваю вручную. Два крема. Все, перемешала. Теперь выкладываю. Половину крема выкладываю на бисквит. Равняю сверху бисквит.
остатки выливаю. Налила, выставляю на, в холодильник, если холодильник чистый. Можно на балкон, чтобы схватилось все. Еще постоянно мой пирог. Ну все, застыл. Полностью застыл. Конечно, надо перекладывать уже. Изначально неправильно была одета форма, точнее подложка. Ее надо одевать вот этой стороной, а была одета вот так. Получилось, как раз мне срезал весь пригорелый край. Ну, не пригорелый, этот рыженький край, который не нужен в торте. Но вообще лучше не делать этой стороной, а другой. Вот этот торт без миксера не сделаешь. Здесь обязательно нужен будет миксер. И изначально кажется, что он такой сложный, но он невероятно легкий. И когда уже ты приноровился все это делать, это легко, но это вкус. Причем можно масло заменять сливками. И интерпретация на тему заварного крема может быть абсолютно разной. Второй. Также. Он еще меньше, он еще быстрее застыл. Но стояли вместе. Так, положить. Глазурь. Золотой ярлык какао. 5 столовых ложек. 5 столовых ложек. Что-то так много по рецепту. И абсолютно нет сахара. 5 столовых ложек, это прям вся коробка уйдет. По рецепту глазурь без сахара. Но я добавила 1 столовую ложку сахарной пудры, чтобы чуть-чуть присластить. И сюда нужно 3 столовые ложки молока. 2, 3. Варю до загустения. Когда вот такой кусочек становится. И кидаю туда сливочного масла. Вот такой получился шоколад. 70 грамм. Быстро застывай. Сутки оставила торт на морозе. Вот эти 2 у меня получились. 1 заловки отвезла. А вот этот дома стоял. Так вот он стоял на балконе, и там стало холодать. Стало минус. Потрескался. Короче, режем наш торт. Это самый вкусный торт. Вот торт Мишка стоит трудов. И вот этот. Эти 2 торта, которые есть, можно бесконечно. Бесконечно. Это очень вкусно. Вот такое получается суфле. Сейчас. И вот когда бисквита убираешь коричневую вот эту прослойку, его даже не видно. Вот следующий бисквит. Это самый нежный, самый вкусный торт, какой может быть. Это вот похоже на птичье молоко черемушкинское. Оно всегда самое вкусное было. Но это нежнее. Короче. 14 свежих яиц превращается в чудо. А, кстати.
Вот этот золотой ярлык отвратительный стало какао. Пусть простят меня производители, но это просто безобразие. Самый вкусный какао в последнее время я покупаю белорусский. Он у меня часто мелькает в видео. Но тут я заехала, и не было этого белорусского какао. Я купила, ну ладно, думаю, ярлык куплю. Такой песок. Песок с какими-то опилками. Как же это вкусно получилось. Сегодня ночью минус 12. Вчера было 0. И торт стоял ровненький. А сегодня уже холодает. Уже минус 2. Надо убирать с балкона в холодильник. Жалко в холодильник класть, потому что надо упаковывать в много-много пакетов, чтобы он не стал пахнуть. Потому что вот этот нежный вкус суфле может взять в себя все запахи холодильника. Невероятно вкусный. Вот я говорила, что по рецепту нужно 40 грамм желатина. Лучше брать 30. По рецепту 300 грамм сливочного масла. Лучше брать пополам маскарпоне, даже чуть больше. Причем лучше сыр Филадельфия. Именно такой, который с соленостью получается. Необыкновенно. И сахара брать 1,5 стакана вместо 2. Это огонь. Мягкая вот эта часть, она держит форму, но в то же время абсолютно здесь не чувствуется вот этот желатин, как будто вот такой нежный крем, который держит форму. Ну что, всем пока, до новых видео.